Спасибо, Дмитрий Ильич. И я, друзья, должен напомнить, как-то не довелось это уточнить с самого начала, но сейчас уж точно пора. В составе концертной бригады нашего фестиваля есть еще один заслуженный артист России и по совместительству художественный руководитель. Впрочем, некоторые называют эти обязанности иначе. Арт-директор музыкальной экспедиции, суть та же и звук тот же, виолончельный. Заслуженный артист России Борис Андрианов. Собственно, сейчас все готово к его появлению здесь, на сцене. И с участием Бориса Анатольевича мы отметим еще один очень важный для нас юбилей. В этом году 120 лет Араму Ильичу Хачатуряну, одному из главных классиков советской эпохи и всего 20-го столетия. В исполнении Владимирского губернаторского симфонического оркестра маэстро Артема Маркина и Бориса Андрианова прозвучит концерт-рапсодия для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна. Прошу. Thank you.
Thank you.
Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Артема Маркина и Борис Андрианов.